Бросить. Насколько я понимаю, тебе нравится хип-хоп. Хип-хоп. Брейк-данс, поппинг, локинг. Но нас этому не учат. Вот и здорово. Лису надо рассматривать не как потенциальную ученицу, а как потенциального учителя. Этому заведению не повредит немного хип-хопа. Мне надо подумать. А вы хоть знаете, что такое хип-хоп? Я современная женщина, Эва. Должна знать, она же директор. Сеньора директор, из кучи проектов всяких разных, крутых, отвязных, выбирайте такой, куда валят толпой. Брось, разве я похожа на училку? Нет, но это же не главное. Эва, я не знаю, как этому научить. Если за мной не смогут повторить движение, то вряд ли что-то поймут из моих объяснений. Кроме известных выражений, конечно. Привет. Надо же, какими судьбами? Я не с тобой разговариваю. Прими мои поздравления. Я, наверное, сплю. Ты смогла убедить эту твердолобую бабу. Это было непросто. У меня свой стиль, вот и все. Да, я знаю. Что-то еще? Я что-то должна тебе. Нет, ничего. Пока. Пока. Нет. Нет, Лиз, этого не может быть. Чего? Тебе не мог понравиться этот отморозок. Что за бред? Остынь, подруга. Я просто хочу сказать тебе, будь осторожна. У этого парня всегда на уме есть что-то свое. Это мутный тип, ты меня понимаешь? Постой. Чего тебе, умник? Ты всегда такая резкая? С самого детства. Я хочу извиниться. Супермен хочет передо мной извиниться? Да. Поцелуй вчера вечером был просто игрой. Конечно, игрой. Да? Что ты делаешь сегодня вечером? Неплохо, очень неплохо. И музыка как раз в тему, да? Мне будет непросто стать милым бойфрендом для этой колоды. Она идет тише. Ты здорово сейчас поработала. Потрясно. Правда? Да. Я согласна. Да, согласна. Только скажи мне, куда мы пойдем? Пока без понятия. Ладно, мне надо принять душ. Не пойду же я в таком виде. Встретимся здесь же? Лады. Я жду. Пока. Просто закрываешь глаза и представляешь другую бабу. В любом случае, раз уж она согласилась на свидание, работа должна быть нетрудной. Звякни мне через полчаса на трубу. Если дело у нас с ней не пойдет, то я как-нибудь отмажусь и оставлю деликатную работу на другой день. Да. Он назвал меня дешевкой. Подонок. И попросил дружков позвонить ему, чтобы сбежать от меня.
Не понимаю, что ему от меня нужно. Зачем он назначил мне свидание? Не знаю, зачем он это сделал. Но от Пабло можно всего ожидать. Прости, что говорю тебе это, но я тебя предупреждала. Он мразь. Это я поняла. Но за что? Он тебе нравится? Что? Ты имела на него виды? Хотела с ним переспать? Нет, вовсе нет. Но я не люблю, когда меня кидают. Знаешь что? Он мне дорого заплатит за все.